В этот раз на большой сцене театра юного зрителя ставят не постановки молодых авторов, а произведения, которые стали основой легендарных спектаклей Юрия Киселева. В первый день театрального форума фестиваля состоятся показы трех эскизов 14-й творческой лаборатории «Четвертая высота» под руководством Олега Лаевского. Один из эскизов посвящен спектаклю «Колбаска, Боцман и другие» по повести Астрид Линдгрен «Мы на острове Сальт-Крока». Отмечу, что спектакль гастролировал в 1979 году во Франции на международном фестивале детских и молодежных театров «Осетеж» в городе Лионе, в 1981 году в Ленинграде. Сама Астрид Линдгрен устами нашего Юрия Петровича Киселева, даже звучал голос его в спектакле, детство должно быть светлым и радостным. Дети должны верить в лучшее и приближать его в меру сил своих. Вот этому посвящена эта история. И мы постарались ее и много-много лет назад, и сегодня реализовать и сказать свое слово. Режиссером этого эскиза выступила Виктория Печерникова, выпускница курса Олега Кудряшова Российского университета театрального искусства ГИТИС. В конце спектакля зрители вместе с руководством театра и гостями обсудят постановку. Высказать свое мнение по поводу эскиза можно с помощью вот таких вот стикеров, прикрепленных к афише. Здесь есть три варианта ответа. Продолжить работу со включением в репертуар было интересно, но оставить как эскиз и забыть как кошмарный сон. Учитывая, что это детский спектакль, мы выбираем зеленый стикер. Полина Попеняц, Олег Бирюков, Саратов 24.